Привет, с вами Сергей, и в этом видео я буду рассматривать, показывать, что надо делать для того, чтобы зарабатывать деньги на платформе XSE Sport. Итак, сегодня у нас 20 декабря 2017 года. Заходим на официальный сайт access.com, зашли, вот здесь залогинились, ввели свой ID, номер компании и пароль. Что делаем дальше? Первые три вот эти площадки – это игровые площадки. Каждая из этих игровых площадок позволяет вам получать определенный доход. Сейчас я буду рассказывать только про вот эту кнопочку XSE Sport, которая вам всем дает возможность зарабатывать вот такие деньги, как показываю на этом скрине. Вот так уменьшу. Значит, вот так сделаю. Вот так сделаю. То есть, смотрите, на 1 ноября, то есть деньги мы получаем каждый день, 18-20. Дальше, на 6 ноября это уже $20 в день. На 9 ноября это уже $35 в день. Дальше. Следующие дни, то есть на 9 ноября, я помню, вы показывал $35 в день. На 18 ноября это уже $40 в день. На 19 ноября это уже $49.10 в день. Если рассмотреть статистику далее, то вы сможете увидеть то, что это. Так, значит, 30 ноября, вот 30 ноября, да, $75 в день. 3 декабря это уже $78.50 в день. То есть, если сравнить с доходностью, которая была месяц назад, а месяц назад было 18-20, спустя месяц это уже 78-50. То есть увеличение в 4 раза. 4 раза без приглашений. Теперь будем рассматривать, что же надо сделать для того, чтобы получать вот эти деньги без приглашений. Итак, это я вам рассказал про статистику доходности пакета на $2000. Какие существуют пакеты для того, чтобы зарабатывать на платформе XSE Sport? Пакеты следующие. Заходим на себя, кликаем Access Marketing, вот на вот эту кнопочку Access Marketing, да, вот так. Пусть она пока открывается. Так, открылась. Кликаем на раздел «Купить продукт», то есть перед этим, чтобы попасть в этот кабинет, вам предложат оплатить консультант кит. Он стоит $60 на год. Кликаем «Купить продукт». Кликаем. Так, сейчас вот это удалю. Пакеты для консультантов. Так, увеличу. Пакеты для консультантов. Направлений у компании очень много. В данном случае вам нужно выбрать вот эту кнопочку XSE Sport. Выбираете, кликаете на нее. Значит, чтобы зарабатывать на пакете eSport, вам надо кликнуть на игровые пакеты XSE и выбрать пакет соответствующий. Пакеты есть разные. Пакет XSE Sport Game Package 1. Он включает в себя 3000 внутренней валюты SmartPix. Эти SmartPix мы тратим на игру и зарабатываем. То есть SmartPix у нас могут увеличиваться на 50% с каждой игры, либо вы теряете эту сумму, которую поставили на игру. Дальше. Первый пакет стоит $300. Следующий пакет, игровой пакет 2.
Он включает большее количество SmartPix, фактически в два раза больше, и, соответственно, он стоит $600. Обратите внимание, что пакет именно второй дает вам статус в течение 90 дней, статус золотого руководителя. То есть у нас есть здесь маркетинг, и по маркетингу вы, конечно, уже вам надо дополнительную активность совершать ежемесячную в районе $10-20 в месяц. То есть ваша активность на 3 месяца уже продлена. Следующий пакет это Access eSport Game Package 3. Он включает уже 10 тысяч SmartPix и вашу активность на 180 дней. Статус Gold вам дается. Значит, этот пакет стоит $1000. Следующий пакет это пакет 4. Он включает в себя 20 тысяч SmartPix. Статус золотого руководителя на 360 дней. То есть это очень выгодно. Вам 360 дней не надо оплачивать ежемесячную активность. И этот пакет стоит $2000. Следующий пакет, 5, он включает 50 тысяч SmartPix и статус золотого руководителя на 360 дней. Значит, стоимость 5000 долларов. Значит, как приобрести пакет? Я вам показывал статистику доходности на $2000. Все пакеты, они пропорционально имеют одинаковую доходность. Можно посчитать, сколько это будет при пакете на $300. Это, соответственно, ту доходность, которую я вам показал. То есть вот это уменьшить на, соответственно, в 3 раза. В 6 раз уменьшить, да? Значит, как приобретается любой из пакетов? Кликается на вот эту кнопочку, вот эту корзиночку, да? Кликаем. Откроется вот это окошко. Значит, у меня сейчас доступный баланс iCash $72.28. У вас может быть по-другому, у вас может и не быть iCash. iCash это внутренние деньги, которые мы заработали. Дальше, кликайте сюда. У вас может быть кредитная карта, у вас может быть и wallet, UnionPay, VCash. VCash давно в компании существует, но мы его сейчас не используем. Значит, у вас, скорее всего, будет кредитная карта. Кликайте на кредит карт. Дальше, выбираете кредитную карту. Если вы не можете выбрать кредитную карту, значит, вы еще не покупали в компании ничего. Либо не привязали карточку, либо зашли и отвязали карточку. Для того, чтобы у вас карточка появилась, вам надо нажать на вот эту ссылочку. Нажмите здесь. Кликайте. Нажмите здесь. И откроется вот такое окошко. Здесь кликните на «Зарегистрировать новую карту». Кликаете. И вот в эти поля вводите все свои данные. То есть номер карты, обратная сторона карточки, где 3-4 циферки, действие карточки, имя владельца, фамилия владельца и нажимаете кнопочку «Применить». Сделали вот эти действия и после этого опять заходите «Купить продукт» и вот здесь уже выберите свою карточку. Дальше. Вот в этом месте надо ввести пароль от личного кабинета Access Marketing. Ввели пароль и нажимаете вот эту кнопочку «Купить». На следующем шаге у вас будет окошко с предложением «Подтвердить» либо «Отказаться». Нажимаете кнопочку «Подтверждаю» и таким образом у вас покупка будет совершена. После покупки вам на электронную почту отправится письмо с уведомлением о том, что вы совершили покупку, и будет распечатан бланк чека. Дальше. Что же мы делаем на Access eSport, чтобы получать деньги? Кликаете на вот эту кнопочку, откроется вот это окно. Теперь нажимаете на вход. Если у вас страница открылась на английском языке, нажимаете выбор языка вот здесь. Кликаете на выбор языка и кликаете на русский. Нажимаю «Вход», вводите свой ID от кабинета Access и пароль от кабинета Access. Нажимаете «Войти».
При первом входе вам там предложат сделать, ну, какое-то себе название придумайте и так далее. То есть увидите, все на русском языке, там еще сложного. Значит, как видите, у меня на балансе есть 65 Smart Peaks, я их приобрел для теста. И что же мы делаем? Чтобы получать каждый день деньги за игровой пакет, нажимаете на вот эту кнопочку «Лобби». Значит, здесь в настоящий момент все сейчас заполнено, то есть игры сейчас прошли. Чуть-чуть позже, значит, мне надо будет зайти и... А, вот, ну, конечно, конечно, я же зашел уже под раздачу, которая уже закончилась. То есть игры сейчас закончились. Сейчас пройдет 1 минута 17 секунд, и будет новый набор игроков, и я вам покажу, сделаю паузу. Так, сделаю. Итак, осталось, теперь идет новый раунд. Он закончится через 4 минуты 30 секунд. Что мне необходимо сделать? Я сейчас выберу игру за 10 Smart Peaks. Вот, вот, выбираю и нажимаю вот эту кнопочку «Подтвердить вход». Бронирование завершено. Теперь дальше. Нажимаю вот эту кнопочку «Начать набор». Нажимаю. Пока у меня есть время 4 минуты 5 секунд, время идет, и я немножко расскажу, что же здесь происходит. А происходит здесь следующее. Мне необходимо набрать команду, то есть это можно сделать двумя способами. Можно нажать на вот эту кнопочку «Автонабор», а можно сделать следующее. Можно вот здесь посмотреть игроков и выбрать того игрока, который вас устраивает по тем или иным характеристикам, достижениям и так далее. Я не буду заморачиваться с выбором в ручном режиме сейчас. Можете потренироваться, повыбирать, посмотреть каждого из этих игроков. Я буду делать автонабор. Для этого я нажимаю вот эту кнопочку «Автонабор». И система мне автоматически подобрала моих игроков в мою команду. Теперь я нажимаю вот эту кнопочку. Нажмите здесь, чтобы завершить автонабор. Нажимаю здесь. Далее. Вот моя команда. Мои ставки игроков. Так, давайте вот сюда удалю. Что сейчас произойдет? Мне осталось подождать 2 минуты 43 секунды. 40 секунд для того, чтобы начался очередной раунд, очередной турнир для игры. Итак, что далее? Я на эту игру поставил 10 Smart Peaks. Если моя команда выиграет, тогда я займу первое место, то есть моя команда займет, вернее, первое место, и мне начислится 15 Smart Peaks, то есть мой баланс Smart Peaks увеличится. Если после этой игры я буду не на первом, то есть моя команда будет не на первом месте, а где-то там на втором, на третьем месте, значит 10 Smart Peaks с моего баланса спишутся в пользу системы, то есть я их проиграю. Опять-таки, независимо от того, выиграл я либо проиграл, на второй день я зайду в личный кабинет и увижу свои ежедневные начисления. То есть здесь вы получаете беспроигрышный вариант ставок на спорт, именно на киберспорт. И фактически ничего не проигрываете, вы только приобретаете. Итак, сейчас я сделаю паузу, и как только начнется игра, продолжу это видео. Итак, начинается игра. Начинается игра, подошло время. Здесь посередине вы видите вот это загружающееся окошко. И вот тут название испытания началось.
испытание началось. Сейчас подгрузится. Здесь можно включить звук и слышать разговоры этой игры. То есть мы будем наблюдать сейчас действия, то есть события, разворачивающиеся на игровом поле. Мои игроки будут играть против других команд, и я это все буду наблюдать. Сейчас загружается. Можно это окошко развернуть на полный экран. Если у вас есть желание посмотреть, можете смотреть. Нет желания, можете не смотреть. Вот здесь ниже вы видите список лидеров. То есть здесь идут три участника. Один участник на первом месте, второй участник и третий участник, в данном случае это я, под словом Vice. По мере того, как та или иная команда начинает опережать в их событиях игры, вот эти три участника, они начинают меняться. То есть, соответственно, становятся первым, вторым, либо третьим. Если, допустим, моя команда выиграет, значит, я с третьего места, вот отсюда, смещусь сначала на второе место, потом на первое место. Вот такие турниры проходят каждый день. Сейчас еще подгружается. Вы видели, я перескакивал на второе место, теперь на третье место. Итак, испытание завершено. Закончилось испытание. Значит, я как был на третьем месте, стартовал, перескакивал там и на второе, и на первое места. Но в данном случае я остался на третьем месте. Ничего страшного. Бывали случаи, когда я и побеждал. То есть в истории должно было это сохраниться. Значит, история, по-моему, вот здесь в профиле. Так, баланс. В балансе, что ли? Так, вот здесь в балансе мы можем посмотреть историю, то есть по датам. Когда заходил, вот я выигрывал приз, было 15 Smart Picks, у меня баланс тогда увеличился. Вот еще я выигрывал приз, вот еще выиграл приз, ну, естественно, проигрывал. Итак, независимо от того, что вы выиграли здесь или проиграли, это на вас отражается в виде вашего баланса Smart Picks, который вы изначально приобрели в пакете. Конечно, это все хорошо, но главное это все-таки деньги. И хорошо, когда вы получаете деньги каждый день, независимо от результатов третьих лиц. То есть в данном случае вашей команды. Итак, я вам рассказал, что мы делаем для того, чтобы получать вот эти деньги. Каждый день. Если вы, конечно, очень активный партнер и начинаете хотя бы приглашать людей, то вы зарабатываете совершенно другие деньги. То есть в Китае сейчас зарабатывают от 10 тысяч долларов каждый день, только на приглашение, потому что маркетинг здесь шикарный. Маркетинг прошел федеральную проверку в США еще в 2010 году. То есть структуры, разные федеральные структуры США проверили компанию в 2010 году. Ну, об этом я расскажу в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите лайк, пишите комментарии. Регистрируйтесь в компанию, ссылочка на регистрацию и как зарегистрироваться, видео я уже сделал, будет под этим видеороликом. Обратитесь к партнеру, который дал вам это видео для того, чтобы
взять ссылку на регистрацию. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока.